автомобиля запрещен свободный оборот предмет оружия, наркотиков, боеприпасов. Нет, не имеется, да? Да. Что да? Что имеется? Какое? Где имеется автомобиль? Где? Я прятал. Куда прятали? В обшивку. В обшивку. В обшивку чего? Конкретнее место. В багажном отделении. На этих кадрах операция по задержанию наркокурьера. Он перевозил в автомобиле своей знакомой несколько пакетов с таблетками и кристаллическим веществом, общий вес которых составил 13 килограммов. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из УМВД России по железнодорожному району города Рязани и УФСБ России по Рязанской области задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, он занимался поставками наркотиков в ряд регионов России для последующей продажи через интернет-магазины. Наркокурьер оборудовал тайники за обшивкой багажного отделения. Экспертиза установила, что изъятые вещества – наркотические средства синтетического происхождения. Крупной партии, которую задержали полицейские, хватило бы для производства 130 тысяч разовых доз. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность предполагаемого злоумышленника. При силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» полицейскими был задержан ранее судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд отправил наркокурьера в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается. Олеся Котровская, телекомпания «Город».